Во время учебы, то есть халака тахфиду Коран, то есть кружки по изучению Корана есть в мечетях, там, если посмотреть, то есть шейх, который преподает Коран, приходят люди, которые знают Коран, и чтецы, которые знают Коран. И один бедуин приходил постоянно, он любил слушать, когда читали Коран. Сам читать мог, но любил слушать. И садился рядом всегда, когда сдавали Коран. То есть всегда он шел, бежал как бы на этот на урок Корана, как будто он сам ученик, как будто он сам чтец Корана, в тот момент он сам читать не мог. Садился и слушал, когда сдавали Коран. И в Коране есть 15 мест, где саджда тилава, где Аллах Субхану Тааля приказывает делать земной поклон. И чтец тот, который читал Коран, он прочитал, дошел до этого аята, сделал земной поклон. И этот бедуин вместе с ним сделал земной поклон. Тот, кто сделал земной поклон, встал из саджда, а этот бедуин не встал. Аллах забрал его душу во время земного поклона. Субханаллах. Садака ма Аллах, садакаху Аллах. Он искренний был с Аллахом, и Аллах по отношению к нему проявил свою искренность. Он был искренен с Аллахом, и Аллах по отношению к нему проявил свою искренность. Субханаллах. То есть Аллах Субхану Тааля говорит, ля'аллякум турхамун. Может быть, Аллах проявит к вам свою рахма, свою милость. Может быть, вам Аллах Субхану Тааля проявит по отношению к своему милосердию. Именно этот человек, аль-хамдулиллях, был искренен с Аллахом, и Аллах проявил ему свою милость. И таким же образом он воскрешен перед Аллахом, субханаху та'аля. «Фаман мата аля шей, буати алей». Тот, кто на чем умер, на этом воскреснет перед Аллахом, субханаху та'аля, в судный день.